Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым выпуску. Надыход маразоў істотна не паўплываў на павелічэнне колькасці ДТЗ на тэрыторыі вобласці. У панядзелак у Гомелі і Жлобіні распачнецца абласны этап рэспубліканскай алімпіяды па 17 вучэбных прадметах. Праваслаўныя ўсяго свету рыхтуюцца да святкавання Рождства Христова. І больш падрабязна аб гэтым і не толькі. Подразделение Дзяржаўтаінспекцыі Гомельской области працуют во узмоцненном режиме. Такая необходимость тлумачится двумя причинами – проведением святочных мероприемств и моцными морозами. По стану на 15.30 сегодня у Гомелі зарегистрованы 37 дорожно-транспортных здарэнняў. Невеликая травма у жанчыны, у основным пошкоджанні атрымали только машины. Над расчисткой снегу працуе амаль 31 спецтехники. Выкарыстана 200 тонн супраць галалёднай сумеси. У сувязі со складанай ситуацией, якая склалася на дорогах, Дзяржаўтаінспекцыя рекомендуе устрымацца от выкарыстання автомобилей, особливо на нешматлюдных дорогах. При кировании авто пропануется за заховывать хуткасный режим, повеличить дистанцию и боковый интервал у относенных до інших транспортных сродков. А прача того, супрацовники ДАИ будут оказывать допомогу водителям, якія пакутают от моцных холодов. Госавтоинспекция приведена на усиленный вариант несения службы. Учитывая также то, что погодные условия у нас значительно ухудшились, госавтоинспекция работает в валенках, дабы не замерзнуть на линии. Также в течение дня сегодня сотрудники госавтоинспекции будут ездить по городу и помогать тем, кто попадает в затруднительные ситуации, поить людей чаем, помогать всяческую, оказывать всяческую помощь. У сувязі з неспрыяльнымі метэаралагічнымі умовамі на дапамогу дарожным службам прыйшлі прадпрыемствы в области. Прычым тычыцца гэта як гарадоў, так і сельскай мясцовасці. Апрача таго, сваю дапамогу прапанавалі і актывісты шэрагу грамадскіх арганізацый. Нашы корэспандэнты наведалі аграгарадок Мічурынская. Аграгарадок Мічурынская – центральная сядзіба сельскагаспадарчага прадпрыемства Брылёва. Менавіта гэтая гаспадарка ўзяла на сябе асноўную нагрузку па ўборцы снегу. Прычым тычыцца гэта не толькі вытворчых тэрыторый. 3 кіламетры менавіта такая працягласць толькі адной центральнай вуліцы аграгарадка. Плюс усе прылягаючыя да яе вуліцы, а таксама тротуары. Усе гэтыя дарогі на балансе Брылёва не знаходзяцца, але кіраўніцтва гаспадаркі іншых варыянтаў нават не разглядае. Урэшце размова ідзе аб бяспецы людзей. Калі снегапады будуць вельмі моцнымі, гаспадарчая техніка пачне працаваць строга адзін ночы ў дзве змены. Пакуль такой патрэбнасці няма. Мои люди выходят на чистку дорог и тротуарных дорожек в 6.30. Если обильные снегопады, значит, у 5.30, пол шестого. То есть, чтобы рабочие шли на производство, дорожка уже была почищена. Але и техника, якой компактной она б не была, навести парадок можа не усюды. Пионеры тимуровцы и волонтеры руху «Доброе сердце» областных организаций БРПА и БРСМ у гэтые дни не только убирают от снегу школьные территории, але и оказывают допомогу одиноким пожилым людям. В связи с неблагоприятными погодными условиями волонтеры и пионеры Брилевской средней школы организовали штаб быстрого реагирования для оказания помощи пожилым людям, а также трудовой десант, который всегда готов прийти на помощь. Жыхарка аграгарадка Мічурынская Людмила Бусіла падчас вялікай айчыны разам з бацькамі дапамагала партызанам. У мінулым годзе ветэран адзначыла 86-й год нараджэння. Кажа, што самой ачысціць двор ад снегу ўжо складана, а з дому выходзіць неабходна. Членам валанцёрскага атраду Брылёўскай сярэдняй школы, каб выканаць гэтую работу, спатрэбілася менш за гадзіну. Алег Сінцюроў, Дмітрый Котаў, Аляксандр Харлампаў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Традыцыйна падчас моцных маразоў беларускі чырвоны крыж дапамагае найбольш уразлівым катэгорыям насельніцтва. Гэта ў першую чаргу бяздомныя і адзінокія людзі. Гомельская абласная арганізацыя беларускага таварыства чырвонага крыжа да маразоў падрыхтавалася. У рэгіёне падчас неспрыяльных умоў надвор'я працуюць пункты абагрэву. Тут людзі без пэўнага месца жыхарства атрымліваюць гарачую ежу, гарбату, а таксама цёплае адзенне. Адзінока пражываючых людзей сёстры міласэрнасці наведваюць дома. Нами была сейчас объявлена акция по обеспечению питанием, предметами первой необходимости и лекарствами пожилых граждан на дому. Вот с сегодняшнего дня наши сестры милосердия доставляют молоко, хлеб одиноким проживающим пожилым гражданам. Не дасть замерзнуть червоны крыжи удельникам калядных набоженств. Завтра мобильный пункт обогреву будет працевать каля Петропавловского собора у Гомеле. На Гомельщине завершается подрыхтовка до проведения областного этапа республиканского
Казанской олимпиады по школьных предметах. У этом годе она пройдет на 12 пляцовках Гомеля и Жлобина. У каких умовах будут проживать и змагаться лепшие навученцы региона, ведая Олег Синцероу. Основные пляцовки для проведения предметных олимпиад, установу правтехедукации, по-перше, тут есть учебные кабинеты, по-другое, интернаты для проживания олимпиадников, правда, есть и выключение, практично туры по информатике, биологии, химии, пройдут на базе Гомельского державного университета. Свои веды по 17 предметах продемонструют 1200 навученцев. До речи, колькость удельников от каждого региона не однольковая и задержать у тымнику от колькости навучальных установ. Коли непосредственно Гомель на областном этапе представить 388 навученцев, то Мазырский и Светогорские районы по 96, Ветковский 12. Самыми одоранными и потенциальными кандидатами в областную сборную навод поспели провести шерох занятков на базе ВНУ. Ребята, которые вошли в потенциальную сборную по химии, биологии, физике, географии, занимались на базе университета имени Франциска Скорины, на базе лаборатории университета. Потому что без вмешательства высшей школы уже вот подготовку олимпиадников высоких достижений мы организовать практически не можем, поэтому мы привлекаем и высшую школу. А это говорит о том, что уровень знаний ребят, конечно же, возрастает. Организаторы олимпиады по школьных предметах не утоивают. Для того, как стать переможцем республиканской олимпиады, зусим не перешкодить ознакомиться хотя бы с початковым курсом высшей школы, хоть подчас непосредственно областного этапа для олимпиадников створить не только умовы для самоподрыхтовки, але и комфортного проживания. Покои у интернатах уже чекают гостей. У ЮС проведут культурно-забавляльные программы, организуют работу спортивных секций, библиотек и компьютерных классов. Особливую увагу меркуется уделить строгому выполнению санитарных потребований. Зонником попереднего и не за счет станочного опыта все продукты, привезенные из дома, олимпиадникам порекомендуют не уживать. Узамен им организуют трехразовое бесплатное харчевание. Коли и этого будет мало, можно нечто приготовить на кухне, а не только со свежих продуктов. У склад журы областного этапа республиканской олимпиады по школьных предметах включили 138 человек, представников практически всех высших научных установ региона. Открытие олимпиады призначено на понеделок на 14:30. Уже в течение двух дней мы проводим мониторинг всех площадок. Готовность стопроцентная, можно заселять детей и принимать участников олимпиады хоть сегодня. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У хуткім часе бясплатны Wi-Fi з'явіцца ва ўсіх кінатэатрах Гомеля. Зараз такой паслугай жыхары і госці абласнога цэнтра могуць скарыстацца ў кінатэатры імя Калініна. Пра тое, як супрацоўнікі камунальнага унітарнага прадпрыемства «Кінатаур» імкнуцца пашыраць пералік паслуг і якія яшчэ цікавыя праекты рыхтуюцца для сваіх наведвальнікаў. Рэпартаж нашых карэспандэнтаў. Як правіла, на кінасеансы людзі прыходзяць крыху загадзя. На таму зараз у кінатэатры імя Калініна правесці гэты свабодны час можна з карысцю. На днях тут з'явіўся бясплатны доступ у інтэрнэт. Каб ім скарыстацца, трэба падключыцца да кропкі доступу Калініна Free Wi-Fi. Увесці нумар мабільнага тэлефона на старонцы аўтарызацыі, затым пароль затрыманага SMS-паведамлення. Жадаючых скарыстацца новай сучаснай паслугай шмат. Тым часам нараканняў ні ў каго не ўзнікае. Как для меня любителя посидеть ВКонтакте, в Инстаграме, это очень удобно, так как на фильм приходишь заранее. Можно зайти в интернет, и все грузит, и картинки, и фотографии, быстрый, очень удобно. У хуткім часе бясплатны Wi-Fi з'явіцца яшчэ ў двух кінатэатрах абласнога цэнтра – «Мір» і «Кастрычнік». У цэлым супрацоўнікі камунальнага унітарнага прадпрыемства «Кінатаур» імкнуцца пастаянна пашыраць пералік паслуг і радаваць новымі цікавымі праектамі сваіх наведвальнікаў. Так, адным з навагодніх падарункаў для кінаманаў стала прэзентацыя пасля рэстаўрацыі фае кінатэатра імя Калініна. Тут з'явіліся люстраныя калоны, кованая лесвіца, электракамін, падлога, якая імітуе шахматную дошку, а таксама утульная зона рэлаксацыі з мяккімі канапамі і крэслам. Оригинальные дизайнерские решения и новое ультрасучасное обличье зарабило наведывание кинотеатра еще больше комфортным. Что тычется гучных премьер, которые сёлета выйдут на экраны гомельских кинотеатров. Это «Великая стена», «Оборонцы», «Форсаж», «Пираты Карибского моря», «Трансформеры», «Зорные войны». Зараз за аншлагом идут такие киностушки, как «Ёлки-5», «Триволоты» и «Морский цар». Сёлета на экранах гомельских кинотеатров так само обновится показ легендарных спектаклей и опер у онлайн-трансляции. Первым аматоры высокого мастацтва убачыць балет «Лебядзінае возера». Таксама ў 2017-м будзе працягнута шматгадовая традыцыя суправаджэння асобных кінапрэм'ер цікавымі прэзентацыямі або сустрэчамі з творчай групай фільма. Зараз супрацоўнікі «Куб Кінатаур» рыхтуюць для сваіх наведвальнікаў незвычайнае тэатралізаванае шоу, якое яны прадставяць заўтра падчас святкавання рашства.
такой мини-спектакль, это как рождение Христа, это рождественский вертеп. Там есть свои нюансы, будут и актеры наши, будут и ведущие. Поэтому я приглашаю вас, дорогие наши жители города Гомеля, гости нашего города, на этот спектакль, который состоится 7 января в 13:00 в фойе кинотеатра имени Калинина. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельском управлении по праце, занятости и социальной обороне промерковали до рождества социальную акцию. Спонсоры, которые пожадали застаться невядомыми, оказали допомогу семьям, где выховываются хворые дети. Такая акция сёлета у Гомелі прошла у четвертый раз. Ее организатором выступил городский центр занятости. Его сотрудники пропоновали оказать допомогу семьям, которые имеют в этом особливую потребу. У первую чергу размова идет об семьях, где выховываются дети с тяжкими захворваниями. Спонсорами выступили как особные громадяне, так и предприемства Гомеля. Основные подарунки – дорогие леки. А прача конкретной допомоги, гэтая акция закликана так само выказать повагу батькам, сенсом життя яких стал догляд за хворыми детьми. Хотим низко поклониться тем матерям, зная всю ситуацию, которая происходит, и то, что какое количество от здоровых, совершенно здоровых детей отказываются, то эти семьи воспитывают своих детей и отдают им все знания, здоровье и свою жизнь иногда посвящают этим детям. У гості до вучнів Мазырской городской школы номер 13 завітали вихованцы дитячого дома. Тут пройшов районный этап республиканской акции «Цуды на рождество». Подробязности у наших мазырских коллег. 11-годовый Илья Черняков сёлета переконался. Цуды саправды отбываются. И у новогодние святы, коли знаходишь под елкой жаданный подарунок, и напередить не рождества, якое святкуешь у шумной компании одногодков. На Новый год я заказал колонку, и мне ее подарили Дед Мороз. Мы с Дедом Морозом хороводы водили, играли, много что еще делали. Разом с другими выхованцами дитячого дома Илья стал удельником великого святочного мероприятия у стенах 13-й школы. Доброчинная акция «Цуды на рождество» объединила как пионеров Мазырщины, так и детей, которые опинулись в складанной житевой ситуации. Рождество – это время чудес, добра и приключений. И, как известно, все мы верим в доброту, и что чудеса сбываются не под Новый год, так на Рождество. И наши пионеры приняли участие активное в пионерской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», которая идет в эти замечательные дни по всей республике. Подаровать тепло и клопот тем, кто в этом особливо мая потребу. Одна из главных задач колядного проекта пионеров. До акции рыхтовались за несколько тыдню. У школьных творчих мастернях робили сувениры, сбирали присмаки и выразали головный символ акции – червоную рукавичку. Мы своими руками изготовили красные рукавички – символы акции, собирали сладкие подарки для детей-инвалидов нашей школы. Также наши пионеры-тимуровцы сделали собственными руками сувениры для детей из детского дома. У всех присутных забавляли энергичный Дед Мороз со Снегуркой. У подарунок маленькие жихары райцентра так само отримали видовищный спектакль от театральной студии «Глобус». Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фіцнер, телеканал «Мазир», специально для телерадиокомпании «Гомель». Православные верники усяго свету рыхтуются до святкования рождества Христова. Сегодня апошний день, який попередничает одному из галовных святов христианского календара и называется ён Куття. Это час покаяния и узмоцненной подрыхтовки до рождества. Так само это день особливо строгого посту. По традиции ён заканчивается со з'явлением на небе першей зорки, якая обвестила всему свету об нараджении Сына Божьего. С этого момента и начинается святкование рождества. Провести этот день в добрых делах, если можно, если позволяет, конечно, расписание человеческого дня. Но всегда надо, конечно, подготовиться к Рождеству, приготовить свое в семье, приготовить свою душу. Если не в этот день, то заранее сходить в храм или прийти на Рождество Христово, поставить свечу, помолиться о благополучии своих ближних, своей семьи. Но и, конечно, дарить в первую очередь любовь окружающим нас. Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с развитием подей у Гомеля в области. Заставайтесь с нами.